«Страница жизни» — альбом под таким названием готовит к выпуску хип-хоп-исполнитель Артур Ерофеев. Содержать он будет не только композиции, сочиненные тамбовским музыкантом, но и зарисовки из жизни молодых людей Замбии, Конго и Экваториальной Гвинеи. С творчеством Интернационального союза познакомилась Алла Лавриненко. Музыка их связала, преодолев языковой барьер и культурные различия. Познакомившись год назад, русские и африканские парни сразу поняли – они на одной волне, их качает хип-хоп и R&B. И, как выяснилось, волнуют одно и то же – жизненные ценности, социальные конфликты, человеческие отношения. Мы с ними встретились, записали общий трек. Вот. Нам понравилось, мы сошлись идеями, какими-то там вдохновлениями. И решили поработать вместе. Поработали очень удачно. Записали уже порядка 7 или 8 треков. Все они будут в моем альбоме. После завершения моего альбома мы приступим к совместному. Миром правят деньги, механизм удачи огромных городов, механический смог. Среди самих носителей хип-хоп-культуры иностранных студентов Артур Ерофеев весьма известен. Его треки разлетаются по комнатам общежития и обычно получают высокую оценку. Читает как настоящий афроамериканец. Такой вот политкорректный комплимент. Для последователей этого музыкального направления большей похвалы и лучшего признания таланта пока не придумали. Артур хороший музыкант, он совсем крутой рэпер, я на самом деле так считаю. Да, его альбом будет офигенно. Итогом международного сотрудничества станет концерт, основой которого и станут совместные музыкальные композиции. И, как уверены сами исполнители, это только начало большого творческого пути. Алла Лавриненко, Илья Камбаров, «Вести», Тамбов.